Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Дождливый циклон из Казахстана усиливается, выходя на юг Сибири. А волна холода у него в тылу, от Урала подойдет к Иртышу. А теперь о погоде более подробно. 11 сентября в Новосибирске погода без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7 градусов. В дневные часы ожидается плюс 22-24. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.